Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Smart Fortwo, дизельный 0.6, турбированный, замечательный, быстрый автомобиль. На этом автомобиле 2014 года выпуска. На этом автомобиле мы заменим масло в двигателе, масляный фильтр, салонный, воздушный, а также заменим топливный фильтр. Топливный фильтр находится под аркой заднего правого колеса, поэтому придется нам снять колесо и снять подкрылок, чтобы добраться до фильтра. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем колесо, снимаем подкрылок. Снизу мы снимем, здесь получается колпак, не масляный фильтр целиком снимается, а меняется элемент масляного фильтра. Снимаем колпак, меняем элемент, сливаем масло. Ну и в процессе там уже будем снимать, демонтировать и устанавливать новый топливный фильтр. Приступаем. Двигатель автомобиля находится сзади. Вот его открыли. Сняли крышку. Вот корпус воздушного фильтра. Сейчас отщелкиваем три защелки. И смотрим, как нам удобнее снять крышку фильтра. С фильтром непонятно, как он снимается, но мы как-нибудь его обязательно снимем. Начну от обратного. Раскручиваем вот этот хомут. Теперь отщелкиваем вот эти три защелки. Одна. Вторая. И вот под ДМРВ стоит третья защелка. Так, вот теперь смотрим, что у нас это происходит. А происходит у нас следующее. Нам надо снимать вот этот патрубок, чтобы вытащить крышку. Откручиваем два этих хомута. Аккуратненько шевелим. Да, вот он у нас патрубок расшевелился. Снимаем его. Ну, в принципе, масла есть, но мало. Поэтому турбина практически масла не бросает. И, возможно, это не турбина, а сапун. Так, сняли мы патрубок. Теперь снимаем патрубок с крышки. Выводим крышку.
Вот таким образом. Даже с одной стороны и не трудно. Снимаем воздушный фильтр, забитый. Так, ну что, немножко продуем. Надо было дунуть до того, как ты снял фильтр. Не-не-не, надо корпус. Само корпус, крышка. А смотри, там кто-то два бычка затолкал. Ага, ну надо же, сволочи. Ну надо же, сволочи. Два бычка пытались машину научить курить. Слушай, ну либо вот сюда кинули, либо вот смотри, у нее же вот здесь за этот. Может кто-нибудь вот сюда? Нет, быстрее всего это сам водила в окно выкидывал эти окурки, а их затягивало туда. А-а-а. Я думаю, что это не специально все сделано. Так, ну что, возьмем маленько продуем. Корпус, он внутри пыльный, но сделать это надо. А сделаем мы таким образом, чтобы в салон не полетела особо грязь, чтобы ее вниз сдуть. Все, она у нас улетела под машину. Воздушный фильтр мы будем использовать фирмы MAN. Номер его C2716. Вот такой вот замечательный фильтр. Устанавливаем его на место. И закрываем нашу крышечку. Крышка здесь сидит вот этой гребенкой, а сзади в пазы встает. Воздуховод. Поставил. И теперь защелкиваем защелки. Здесь третья защелка у нас снизу, немножко неудобно, ее тоже не забываем защелкнуть. Все, ее тоже защелкнули. Возьмем, протрем сейчас. Одеваем на место вот этот патрубок. Все, патрубок мы одели, затягиваем оба хомута.
Так, ну что, поднимаем автомобиль и сливаем масло. Подняли автомобиль. Вот он наш масляный фильтр, колпак от него. Головка здесь на 27. Откручиваем. И появилось масло. Дизельное масло у него марка, а я вот так несу, я просто из него остатки выкачиваю. Использовать мы будем не оригинальный фирмы MAN, HU68X. В комплекте здесь идет фильтр и уплотнительное кольцо на крышку, мы будем его менять. Снимаем резинку, протираем и устанавливаем новую. Поменял резинку, поменял фильтр, резинку силиконовой смазкой брызнул, закручиваем на место. И подтягиваем. Резинка здесь держит довольно-таки жестко, сильно здесь перетягивать не надо, ну подтянули чуть-чуть и все. Смываем вот это масло. И откручиваем сливную пробку на поддоне. А нет у нас сливной пробки на поддоне. Не предусмотрено здесь это конструкции. Опускаем двигатель и экспресс заменой масла через щуп выкачиваем масло. Опустил машину. Вытаскиваем щуп. И выкачиваем масло. Масло пошло, видно. Откачиваем. Откачали масло. Двигатель маленький, а по объему откачалось 4,5 литра. Ой, 4,5. 4 литра откачалось с объемом 0,6 двигатель. Масла много получается. Ну что, берем, заливаем. Масло будем использовать Mobil. 0W40, оригинальный номер его получается 152 558. Не видно там, что он мокрый? Не, сейчас возьмем переноску, посветим, посмотрим. Заливаем.
залил масло, 4 литра полностью влил. Снимаем заднее правое колесо. Болты здесь, головка на 15. Откручиваем, чтобы нам добраться до колесного подкрылка, колесной арки. Под подкрылком у нас стоит топливный фильтр. Откручиваем здесь гайку, здесь гайку и вот здесь гайку. Также снимаем болты, которые у нас вот по бокам крепят, и уже локер сможем снять. Откручиваем. Снял здесь две клипсы, здесь гайка, гайка, клипса, гайка. И снимаем теперь локер. Должен он у нас отойти. Так, и вот он, топливный наш фильтр. Вот он стоит. Сейчас снимаем защелки. Нажимается вот этот флажок. Вот он, красный, его видно. Нажимаем и защелку поднимаем вверх. Также со второй нажимаем и опускаем вниз. Сам фильтр стоит в корпусе, защелкнут вот этими двумя фиксаторами. Их нажмем по бокам и уже вытянем фильтр. Нажимаем и поднимаем. Все. Вот он у нас пошел. Нижний точно так же. Здесь можно частично. Мы сейчас открутим, снимем нижний пыльник. Все, нижнюю защелку я тоже снял. Теперь отгибаем вот эти две защелки, которые у нас фильтр фиксирует, и выталкиваем его вверх, чтобы ее не сломать. Кстати, фильтр уже стоял малешный. Уже менялся. Фильтр мы будем использовать фирмы MAN WK5003. Вставляем фильтр и защелкиваем его. Вставляем нижнюю защелку и покручиваем чуть-чуть. Защелкиваем ее до фиксатора. Теперь мы возьмем вакуумом, вытянем немножко солярки из бака, чтобы у нас фильтр наполнился до трубки, чтобы легче было завести. Вот там вакуумный шланг с экспресс-замены. Все, получается, воздух из фильтра, мы фильтр наполнили, из воздуха выкачали и защелкнули вторую верхнюю нашу защелку, подачу на рампу, на топливный насос. Теперь мы ставим на место защиту и ставим на место локер, прикручиваем. Заводим, пробуем, как она у нас после замены топливного фильтра поведет себя машина.
Нет, все нормально, все-таки то, что мы подкачали топливо в топливный вакуум затянули. Все нормально, машина завелась без вопросов. Нет такого, как у дизеля, что она глохнет. Ну и здесь еще насос стоит свой хороший, видать, прокачка есть, воздух сбрасывает в обратку. Ну что, сейчас машину глушим, проверяем уровень масла и меняем салонный фильтр. Двигатель постоял, слился, масло, уровень, прямо вот 4 литра до самой кромочки. Закрываем. Так, ну вот со стороны водителя под панелью, это Smart Fortwo 451, сделали здесь доступ к воздушному фильтру удобней. Сейчас фонарик возьму. Вот она крышка. Снимаем вот эту крышку, и под ней находится фильтр. Здесь с задней стороны защелки. Вон он, фильтр. Вот такой фильтр. Но на удивление фильтр чистый. Двигателя был более забитый. Хотя есть, конечно, в нем грязь. Новый фильтр мы будем ставить фирмы Топран. А номер фильтра идет 4079-44-595. Фильтр угольный. И также его заводим на место. Здесь место позволяет легко его снимать и легко его ставить. Вот. Берем крышку, здесь три крючка, заводим три крючка и потом уже защелкиваем вот эти две защелки. Также предусмотрено место под саморез, но его никто не закручивает. Фильтр мы заменили, масло мы поменяли, топливный фильтр поменяли, масло ушло 4 литра. На этом все. Всего вам доброго.